Здравствуйте. Меня зовут Андрей, и я хотел бы рассказать вам и показать, как звучат диджериду. Первый диджериду сделан из дерева гибискус. Это горная роза, которая в тропиках на острове Бали вырастает до огромных деревьев. Это очень легкое дерево и очень красивое. Оно прям зеленое. Диджериду весит 2,5 килограмма примерно. Поэтому можно использовать его для хилинга, поднимать. Второй диджериду изогнутый, сделан из дерева палисандр. Это очень красивое дерево, плотное, в 1,5 раза плотнее, чем дуб. Оно звучит, это можно слышать более четко за счет плотности дерева. Этот диджериду сделан из дерева Bloodwood. Тот самый термиты, который проедает австралийский эвкалипт. Он обладает неповторимыми обертонами и отзвуками.
услышали эти неповторимые обертона, и они вам понравились. Этот диджериду сделан из дерева джоара. Это очень плотное дерево.